спасут любой ценой. Работники АТП написали коллективное письмо в администрацию города, чтобы вернуть Дениса Пырлога на место гендиректора АТП. Как мы сообщали ранее, мэрия в одностороннем порядке расторгла с ним трудовой договор. Эта новость вызвала настоящий резонанс на предприятии. Письмо подписали уже больше 200 человек. Судя по всему, настроены работники АТП решительно. На днях они собираются отнести письмо в администрацию. Как говорят кондукторы и водители, они просто устали от постоянных кадровых изменений в АТП. По их мнению, Пырлог лучший из всех когда-то существовавших руководителей. Сколько можно АТП передавать из рук в руки? Сколько можно наплевательски относиться к работникам? Денис Юрьевич – хороший человек, хороший начальник, компетентный в первую очередь в транспортной сфере. Почему его убирают? Это большой вопрос для всех. Денис Юрьевич отлично справляется со своими обязанностями. Он лучший директор из всех, кто был за последние года. Последний рабочий день Дениса Пырлога на должности гендиректора АТП будет 9 марта, но отпускать директора сотрудники не хотят. Если коллективное письмо в администрацию не поможет, работники говорят, что готовы обратиться даже к президенту страны. По неофициальной информации, новым гендиректором АТП станет нынешний директор КПАТ Андрей Логиновский. Он будет совмещать должности на двух предприятиях.